Экскурсии для любителей живописи на улице Советской временно приостановлены не только из-за ухудшения погоды. Основная причина – повреждения на полотнах и рамах репродукций, которые украшали фасады домов. Когда картины вернутся на прежнее место после реставрации, узнавала Маргарита Крикович. Четвертый год, как на улице Советской, появилась картина «Галерея под открытым небом». На фасадах домов размещено 33 репродукции известных картин Малой Третьяковки, Серпуховского историко-художественного музея. И гостей города, и местных жителей порадовала возможность еще раз увидеть знакомые с детства репродукции любимых художников Айвазовского, Шишкина, Маковского, Левитана и других. Очень приятно, идешь, смотришь, любуешься. Но сегодня настроение у местной жительницы испорчено. На фасаде домов она не увидела картины любимых ею художников. Вот там дальше я из-за этого, кстати, расстроилась, что картина «Девятый вал», а половина вот этой рамы уже нет, но она стоит рядом. От непогоды картины защищены, они выполнены по специальной технологии. Но вот от рук вандалов, к сожалению, их даже не спасают видеокамеры, установленные почти у каждой. Ежегодно картины приходится снимать с фасадов и возвращать к жизни. На этот раз на реконструкцию отправили 16 из 33 копий произведений искусства, имеющихся в картинах галереи под открытым небом. Больше всех пострадала копия картины Маковского. Повреждена и рама, и сам холст. Хулигана удалось выявить. Был факт вандализма зафиксированный, который вот привел вообще к полной реконструкции данной картины. Нашли этого человека, ну, идут там следственные работы. В общем, это не подросток. Нет, это не подросток, это зрелый мужчина. Сегодня с фасадов здания на улице Советской снимаются поврежденные картины. Их забирают на реставрацию. Кому они помешали? Акт чудовищного вандализма. Люди сначала ратуют за то, что вы им что-нибудь сделали, а потом незаметным образом уничтожают то, что им сделали. Что это все-таки история. И мы должны сказать большое спасибо, что у нас есть возможность, не посещая музея, картины, где можно было полюбоваться. Мы идем, любуемся, и на свежем воздухе вообще замечательно. И она радует глаза, но, к сожалению, да, печально, что вот есть такие люди, которые не понимают этого и наносят урон. Администрация городского округа Серпухов убедительно просит жителей и гостей города бережно относиться к обустроенным общественным пространствам городского округа, ценить и уважать наши достопримечательности. Давайте сохраним на долгие годы то, что было сделано для вас и ваших детей. Картины, пострадавшие от рук вандалов после реконструкции, вернутся на фасады зданий к ноябрьским праздникам, ко Дню Единства, чтобы и впредь радовать жителей и гостей города.